Всем привет, с вами Гатриус, и я сегодня играю в Team Fortress 2 MVM Bootcamp. А просто потому, что я бомж, я не имею денег, блядь. В общем, просто я не имею денег, чтобы купить себе билетик, так что просто играем в Bootcamp. Окей, ну ладно. Без телепорта боюсь. Два инженера, медик, хэви и демомэн. В принципе, отлично, вообще суперки. Ой, бляха-муха, я так угораю на самом деле. Я просто так чисто решил сыграть, просто так вне записи. Ну как вне записи. В общем, просто то, что мне стало скучно, и просто хочется разнообразить свой канал помимо Don't Starve. И... ну чего там еще? Ну и помимо Flatout 2, да. Ну еще, который Roblox ролик вышел. Да. Что еще рассказать? Ну, в принципе, я играю в TF2, в принципе, довольно долго, именно... ну, сколько? 800 часов примерно. Это при этом то, что я играл, когда у меня был ПК вообще. Или ноутбук, я не помню. О, Sentry Buster идет, окей. Sentry Buster. Отлично. Мне патрон заканчивается. Бамс. Я не знаю, зачем я это сделал, в принципе. В принципе, с таким комплектом нормально ходить. Типа, ну, газировщик, молочко и Fun of War. Это, в принципе, вообще отлично будет тема. То есть, ну, даешь криты, а при этом гигантам, там, роботам разным и прочее. И это, в принципе, клево. Типа, ну, это суперски. Так. Опять Sentry Buster идет. И я, как всегда, не умею попадать. Ну, типичный я. Нет, нафиг не нужно, в принципе. Так. Так, остаются еще последние роботы. Да, Фрэнк Спайла. И у нас идет 2 гигант пайра, 10 хэвиков, 20 пайра и 2 боксера. Странно, 2 боксера. Зачем они вообще нужны? Они бесполезны абсолютно. Окей. Так, и вот так вот. Потому что молоко не обязательно, в принципе. Оно и так у меня восстанавливается нормально. Так, в принципе, что у нас по команде? Все отлично, все суперски. И у меня иногда команды не работают. Это плохо. TF2 вообще, по сути, игра уже давным-давно существует. И об этом не надо говорить прям много. Игра легендарная, породила кучу игр с таким же жанром похожим. То есть это клево. Это суперски. TF2 мне всегда нравилась своей динамичностью, актуальностью. Для меня лично. Хотя, как показывает онлайн, там такой плохой 20 тысяч, там вроде, или 30 тысяч. Это, в принципе, неплохо для такой игры. Довольно старинной уже. А это, на самом деле, очень круто. Не знаю, что еще будут снимать на своем канале, помимо вот Roblox. Я не знаю, Roblox стоит вообще записывать опять. Хотя, не знаю. Возможно, попробую что-нибудь записать интересно по Roblox. Но это не точно. А пока только TF2, Flatout 2, Don't Starve. Ну и, возможно, может, когда-нибудь какие-нибудь другие еще игры запишу. Да. Блин, вот два инженера, господи, а F4, ё-моё. В эту игру я донатил, наверное, мало очень. Ну, хотя как мало. Купил премиум, ну, чтобы типа себе активиры там все прочее. Чтобы мне было все доступно, компетитив вот этот и прочее. Этого она будет супер есть, потому что я выбрал, ну, нормал. Нормал и выбрал, да? Вроде бы, да. Это нормал волна в буткемпе. Потому что я бомж, у меня нет денег на нормальные билеты. Чтобы себе что-то получить из туров. Тур у меня первый, потому что я не играю особо в это. Когда у меня даже когда были деньги, да, в принципе. Даже когда у меня были деньги, я все равно не тратил. И тратил, наверное, на одежду, аксессуары, вот это все прочее.
момент, который запомнился, наверное, всему комьюнити ТФ, да и вообще многим, это баг с анюшками, да. Это было давным-давно уже. Никого этим не удивишь, в принципе. А то вспомню, блин. А то я вспомнил, конечно, блин. Так, а теперь берем Пайра, да. Пайра, так, Фогенатор. И, наверное, я не знаю. Давайте возьмем этого. Почему нет? Пайра, в принципе, отлично вообще подойдет для атаки танка, в принципе. И для этих спаев. Окей. И все. Да. Что-то как-то мало. Маловатенько как-то. Ну ладно. В принципе, даже Димомен подошел бы с липучками критовыми. Это вообще было отлично. В принципе. У меня только одна насмешка есть платная, это Конга. Я ее покупал, не знаю за сколько, на каком-то сайте. 115 рублей стоило. И это, в принципе, реально классно, то есть это отлично. Смотрите, он тупо Джорджо. Тупо Джорджо Хэви. Я не особо донатил на нашмески, на вот эти насмешки. Потому что считаю их. Я не заметил, как все приготовились. Ну ладно, в принципе, мне-то чем. Окей. И. Окей. Звук, конечно, немножко раздраженный, согласен. Но что поделаешь. Такое я ставил себе. Из Quake вроде. Не знаю, как я помню. Спаи идут. И криты юзы. Так, спаи. Все отлично, спаев нет. Раз спалился. И, в принципе, я лучше всех танк атаковал. Да, лучше всех. Так, отлично. Ну, еще Хэвик тоже неплохо так надамажил. И все, я был самый лучший. Класс. Так, снова играем за скаутика моего любимого класса, за который я играю давным-давно уже. Так, нет, но вот это скорость, так вот это и, наверное, вот это. Вот и все. В принципе, неплохо, на самом деле, это было вообще супер изи. У нас идут сейчас 3 гиганта Димомена, обычных 24, 12 скаутов и 12 солдатов, и еще в поддержке со снайперами. Их, конечно, наверное, снимет кто-то. Наверное, я. Хотя, кто знает. Я всегда думал, блин, как же туда попасть? Ну вот, где вообще производится вот это все? Все эти роботы, вот это все прочее. Посмотрите, какое-то гигантское просто. Хотя, ну, в принципе, выглядит реально гигантская. Реально выглядит гигантская. Я всегда задавался, блинский, а что же там находится? Всегда думаю, что же там все-таки происходит настоящее? Кто этим всем владеет? Хотя, ну, как я понял, или не помню. Короче, не помню, кто этим всем владеет, этими роботами, кто их производит вообще. Не помню. Окей, новая волна, четвертая. Следующая, пятая будет довольно тоже простая, наверное. В ТФ2 я играю постоянно, да. Наверное, после этого ролика я запишу что-нибудь еще, может, Don't Starve. Потому что, ну, Don't Starve это всегда было прикольно и актуально. Воу. Так, снайперам, твари. Отлично, снимаем твари. Оп. Монтируем. Опа. Отлично. Мансуем. Оп. Отлично. Когда два инженера, это вообще суперски. Классно. Сентри Бастер идет. Кстати, баг опять какой-то. Ну, это так всегда. Так, ладно, пусть
Не знаю, зачем я замедлил Sentry Buster, но... Да ладно, чё? Пусть хотя бы не дойдет. Так. Так, надо снять этих, как я. Отлично. Отлично, у нас танк идет. Три больших гиганта Демомена, 9 обычных пара и 3 пара с флэйрганом. Неплохо. Так, что еще прокачаем? Ну давай Амакопати. Окей, okay, let's go. Ну и после, реально, я после этого ролика запишу реально вот Don't Star, прям реально возьмусь. Потому что я хочу реально снимать кучу роликов уже на всю неделю, может на две. Чтобы типа радовать вас новыми роликами. И это будет отлично, это будет суперски приятно мне самому, да и вам, наверное, будет приятно. Окей. Сейчас будем ждать, пока они будут готовы, в принципе. А вообще, что еще рассказать? Ну, не знаю, в принципе. Не знаю, что еще можно записать, я не знаю, что у меня есть в библиотеке Стима, не знаю. У меня есть, в принципе, Move or Die, Castle Crushers, что там еще, Battle Fitrock, вроде так называется, от той же студии разработчиков, Behemoth, вроде называется так, команда разработчиков, и это, в принципе, классно. Это все суперски классно. Не, суперски вообще. Команда, кстати, попалась нормальная. И люди также, кстати, просирают время в буткемпе, потому что денег нету, как у меня, на обычные туры. Это всегда большая проблема, когда нет денег. И вот так вот такие дела. Хотя, наверное, когда-нибудь я куплю все-таки некоторые туры. Ну, я лично в буткемп играю чисто ради вещей, чтобы падали. Хотя бы одна. Играю, играю, падают вещи, все зашибись, типа класс. Потому что, ну, это класс, потому что можешь себе что-нибудь скрафтить. Типа вот. Но у меня пока что нет ничего свободного такого, чтобы можно было потратить. Мне все жалко, я просто жадный. Так, бам. Отлично. Отлично. Супер, еще. Ой, зачем? Я всегда забываю, что криты не дают, типа, танку, потому что, ну, это, блин, танк, ты чё, глупый? Йо, кто-нибудь поможет? Видимо, нет. Окей, остался только танк, и это, в принципе, изи вообще. Хэвик надамажил кучу просто дамага, и это вообще суперски классно. Сейчас будет последняя, кстати, катка. Я думаю взять себе солдата, наверное, с багер-базукой. Это будет супер, просто отлично. У меня дамага, в принципе, вообще много. Даже больше, чем у Хэвика. Потому что Хэвик больше сейчас на дамаж, даже что у него пулемет заряжен. Так, еще два патрона и... Отлично. Так, и берем, наверное, солдата с багер-базукой. Багер-базука, вот она, и... Вот это, бабанер. Кстати, ну-ка. Нормально сойдет, чисто. Окей. Сколько у нас? Я ни одного бакса не пропустил. Это супер. Это просто класс. Сразу качаем. Много, 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 много. Так, хотя не надо копить и тоже улучшить. Почему бы нет? И, наверное, вот это почему бы нет.
А, я понял, в чем прикол. Когда специалист вот этот есть. Специалист, короче, это типа, чтобы... Ну, короче, прыгать. Rocket Jump, короче. Так, если у нас 3, да, то есть за сколько? 2, 2, 2, значит, я могу до... Так, ну, до 7, короче, это отлично, в принципе. В принципе, отлично. Я мог и снайпера, в принципе, взять, но я считаю снайпер, что это отстой. Ему бесполезно, тем более. Окей, так, 4 демомейна больших, 2 хэвика больших, куча медиков, 2 больших этих пайра, 17 скаутов. В принципе, пизи, вообще изи. Если бы инженер еще поставить сюда бы. Классно. Не понял. Окей, окей, ушки. Большие сомнения насчет того, что медик дебил. Мне помогает, падла. Уф. Жестко. Так, еще не медик остался, окей. Воу. Мочим. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Гантриус. Это была довольно коротенькая серия, но всем удачи и всем пока.